будем стоять там, где будет гарантирован мир для Грузии. Сегодня ни у одной партии не должно быть других занятий, чем сохранить мир Грузии. И наша партия примет, не примет участие в выборах, это зависит от геополитики. Поверьте мне, через месяц может быть абсолютно другая ситуация и в мире, и в регионе. И мы на 120% зависим от геополитики. А что касается отношений с властями, несмотря на то, что у нас очень много вопросов нынешней действующей власти, это экономика, это здравоохранение, это социальные вопросы, которые для нашей партии очень важный фактор и важный конек. Мы должны об этом говорить, об этом думать. Не только геополитика, не только Россия, но в первую очередь человек. Человек труда должен быть в Грузии оценен так, как это было раньше. Потому что в Грузии труд потерял смысл. Люди трудятся и голодают, нищетствуют. А что касается, как мы будем взаимодействовать с нынешней властью, мы будем поддерживать поддержание мира в Грузии. Потому что это, я глубоко уверен, что это единственная партия сейчас, которая может обеспечить мир, и все нормальные партии, все патриотические, я не хочу это слово, не люблю, но люди, которые, партии, которые думают в первую очередь о своих семьях, должны поддержать нынешнюю власть в этом вопросе. Я еще раз подчеркиваю, в этом вопросе отношения России, отношения СВО и отношения того, чтобы здесь не было кровопролития.